Вышел на огород, чтобы полоть картошку. Но когда увидел тот сорняк, что здесь растет, то вначале решил его собрать для того, чтобы сделать чай. Это ромашка ароматная. Тут изобилие ее. И в большом изобилии. Просто море, 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 море. Конечно же, звездчатки. Ну, то есть мокрица в народе. Из нее получаются очень вкусные салаты и очень полезные. Я делаю в сочетании из нескольких трав. Если делать чисто с мокрицей, тогда, конечно же, у нее своеобразный вкус, и не каждому он понравится. Но сама травка по себе очень нежная, для салатов просто идеально. Знаете, вот она настолько нежная, как салат. Сочный салат. Так же и она. Ее также можно использовать как салат для объема. И я не знаю ни одной другой травы, в котором есть только цинка. Просто богатое изобилие цинка. О, сколько ее много. Она нежная. Прям такая, прям берешь и боишься, что ее сильнее сожмешь, что она как будто растает. Сейчас насобираю для салата. Так, вначале собираю мокрицу. Ну, теперь собираю укропчик. Лук. Да, зелень, перо лука. Редисочку. Так, и салатик еще возьмем. Сейчас маленький. Теперь все это нарезаем. Режется оно очень легко, так как зелень нежная. Мокрица, мокрец, мокричник, грыжник, канареечная трава, звездчатка средняя, ну и много других есть у нее названий. Можете написать, кстати, комментарии, как у вас называется данная травка, будет очень интересно узнать. В ней очень много полезных веществ. Очень много, например, каротина и особенно аскорбиновой кислоты. Поэтому ну, это просто кладезь витаминов. Данный салат будет. Поэтому будет очень полезный, ну и, конечно же, вкусный. Я добавляю те овощи и травы, которые растут у меня в огороде. Вы же можете использовать те, что растут у вас. Че, Владик, захотел салатик? Ну и напоследок, конечно же, добавляем соль, да, как же без нее. И заправляем маслом, да, растительным, может быть, майонезом или сметаной. Ну и все, наш салат готов. Приятного вам аппетита. До скорой встречи.